Keyhole at the dolly, seeing the unknown. Well, I'm madder than a molly, could my mind be blown? Take the escalator to the next floor. Ёб твою ж медь! Ты ему еще в лицо потыкай. Что? Отлично. Что? Фу. Извращенец. Как ты можешь трахать? У него даже головы нет. Вау. Ой, я жопу вижу. Ладно, все ясно с вами. Ну нахуй. Блять. Ёбаный в рот! Пошел! В ящик прячься, в ящик. Он не знает, что. Нет. 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 Не трогай ящики. Че? Ёпта. Опа. Ёпта. Нет. Накрой дверь. Да ёптеть, иди нахуй! Что? Ау. Идиот! Эй, идиот! Ты не против, я к тебе? Видимо, не против. Главное, что там следующий. Ой-ой-ой! Вау! Здравствуйте. Где дверь? Слева. Даже не знаю. Нет. Прижгло. Вы не против, я тут? Ладно, пожалуй, вы там посидите. Я бы задвинул, если можно. Я могу ее отодвинуть только. Ну что, огребаем? Это чертовски было, по идее. А мы потихоньку. А мы, короче, потихоньку гребем. Мужик, куда дальше? Твою мать, не влезу уже, не влезу. О! Что дальше? Понял. Я наложил. Фази. Пробел, не знаю, что-нибудь действует. Хе-хе, неудачники. Здравствуйте. Нет. Да. Ну и жопа. Под открытая дверь. Не сейчас. Не сейчас. Отлично. Ёп! В туалет забегай. Закрывай эту дверь в туалет. Валера. Я могу перепрыгнуть? Валера, беги. Я бегу. Мне больше давай, ничего. Дверь закрой резко. Да какой дверь? Это единственное спасение. Твоей жопой. Блять! Батарея куча! Хорошо. Золотой дождь. Что? Причем он. Опа, опа, опа! Да! В вентиляцию давай. Но мне нужно не сюда. Остаться без яиц или чуть-чуть походить. Жопу вас! Я уверен, что ты сейчас приедешь к мудакам с письками, короче. Доктор! Вверх! Это же хорошо. Он предлагает изнасиловать вот тут. Чтобы вы просто проведел. А, ну давай. Отлично. Я готов. И давай я сниму это на камеру. Хом-видео. Как раз. Он готов. Это да. А мы что-то записали, когда начал его насиловать. Иди в тот темный коридор. Лучший совет. Просто. Совет от друга. Иди в темный коридор. Глупый совет номер один. Иди-ка ты в темный коридор. Нет, следуй за кровью. А, еще лучше. Мне кажется, он шевельнулся. Ну, вряд ли он способен. Просто кто-то рассказывал, чтобы шевелиться, нужна голова. А, ну... Ёп. Тить. Ёп. К свету не ползи, глупыш. Помнишь, где бежать? Ну, примерно. Вперед. Куда он пошел? Он встал. В темноту, и не двигайся. Он повернулся на меня.
А, не двигайся. Да я не двигаюсь, я просто его зум увеличиваю. Охуенный зум. Твою! Стой! Замри, не бежи. Господи. Я упоролся. Да. Да. Ладно. Мазафака, мазафака, мазафака. Хух. Веня, не бей так по микрофону. Микрофон? Бил? Это не я. Ну да, как мне это помогло. Не двигайся. Все. Мы все умрем. Да тихо ты! Нужно вылазить, короче. Глупая идея. Нужно вылазить. Дебильная идея. Нужно потихонечку смотреть туда. Чем ближе туда, тем больше сжимается пукан. От ящика к ящику, потихоньку. Сука, режиссер, блядь. Никого нет. Нахуй! Давайте верить в психу. Еще один чудесный совет. Гениальная идея. Да! Господи, давай назад, где там выход был, черт возьми, мать его, Валера. Что? На улицу. За отлично. Ты уже был готов. Советчик. Он смотрит на меня и ломает дверь. Это хорошо или плохо? Не очень. Ноуп, закрывай. Ну там предохранитель. Открывай, а потом закрывай. Он идиот. Бог Ролла, помоги нам. Там два ящика. Так, я сейчас кину кубики. Отлично. Что выпало? 5, 6, 6. Блять, ну всего лишь два ящика. А нет, стой. Выключи наш. Смотри, он машет дубиной в пустоте. У тебя, по-моему, было еще пол батарейки. А, спритер сраный. Офигенно. Закрывай! Нет, стой, стой. Стоп. Стою. Выключи, посмотри, как тяну, как светло. Отлично, понятно теперь все. Так, ощущение, как будто он в щелках. Ощущение, что он голый. Ладно, ты победил.